Эй, здорово, ребята! Вы снова на этом канале, это меня радует, несомненно. Наверное, давайте начнем с комментариев. Во-первых, во-вторых, в-третьих. Да, наконец-то, вот. Найтмар, спасибо огромное за рецепт плова. Надеюсь, когда-нибудь я его все-таки приготовлю. Богдан Пел, добро пожаловать в ролик, как ты и хотел. И, наверное, все-таки Деймес. Да, пиши комменты почаще, я буду только рад. Че мне еще сказать-то, блядь? Ну да, всем спасибо за заставленные комментарии, за лайки, просмотры. Это было невероятно. Итак, в стране кризис, мне нужно своровать вещи. Дискета, гаечный ключ, хот-дог, полная бутылка алкоголя бросить в грузовик. Да, самые бесполезные вещи, которые могут понадобиться во время кризиса. Кстати, вот эту херь я забираю себе. Дядя, вы не против, да? Блять, уронил, не против? Так, и... Ах ты, мужлан криворукий. Давай, лети, птичка. Во, засчиталась, отлично. О, волчара. Ты что такой грустный? Что, на кастрацию идешь, да? Дискета, хот-дог, полная бутылка алкоголя. О, это мое, кстати. Что ты палишь? Эй! Капец, за что? За что, дядя? Дай гайку. Так, вот. Да как ты кидаешь? У тебя с руками-то инвалид. Что мне делать-то дальше? А, мне надо как-то камеру отключить, вот это очко всевидящее. А, вот как. Вот, кстати, как. Мне страшно от размеров его биты. Не буду говорить почему. Эй, куда? Ладно, сейчас еще попробую. Прямо в грузовик надо попасть. Прямо туда. Во, получилось. Головка, ты придумал. Поначалу я даже не понял. А ну-ка. Не засчиталась. Ты чё, сосиска? Ну-ка давай, залезай. Ах ты, член предательский. Где второй хот-дог? Где ты? Кис. А, вот иди. Давай, иди сюда. Так, ладно, сейчас тебя попробую закинуть. Главное, закинься по-братски. Да кого? Зачем? Что? Залезай в грузовик, сосиска, ты мне нужна, мне нужно тебя стырить. Ну залезай, ну пожалуйста. Ну залезь, пожалуйста. Ну за что так со мной? Что это за заведомо проигранная игра? Я что, такой плохой человек, что ли? Ладно, надо стырить толкашку. Заходим, смотрим, выходим, отключаем этой жесткой раме свет. Так, вот она рама, уже пошла кому-то засаживать битой, но не мне. Это алкоголь не берется. А как его найти? А я не знаю, как алкоголь выглядит, я не пью такое, извините. Дядя, не бей, пожалуйста. Сразу сбитый бежит, посмотри на него, ляг какой. Сразу на разборочке. Ладно, я забираю алкоголь и закидываю в автомашину. Да. Как... Алло, зачем так делать? Давай. Не берется, она не берется. За что? Ну за что? Ладно, там еще вроде валялись. Давай, валяй отсюда. Еще бутылка, ладно. У меня много попыток, в принципе. Давай, закину, сейчас же. Да хватит так делать, ну за что? Прости, конечно, что я такой херовый вор. Ты, наверное, устал от меня совсем, ну, реально, извини. Мне тебя реально жалко. А я на этот раз попробую не обосраться. Эть! Да, блять, что за что? Что здесь происходит? Что тут за аномалия? Объясните мне, пожалуйста. Я даже в фургон запрыгнуть не могу банально. Что с бутылкой происходит? Ну, пожалуйста, объясните мне уже, что здесь. Попытка номер хз какая для такого имбецила, как я. Да. Давай, залетай. Это херня какая-то, по-моему, нет? Ты тут что-то прячешь, да? Попробуй-ка ручку стырить его. Давай, вали оттуда, чувачок. Мне нужна твоя ручка. Так, оп. И давайте так, фургон наконец-таки. Ограбление века, чё, ручка? А, украл ручку. Вот, она засчиталась, в чем проблема? Может, я не те бутылки собираю, я не понимаю, реально. Ничего, одна бутылка последняя. Ну, я не знаю реально, что сделать с ней. Закинься. Слышь ты, седло до дебилов, почему ты не летишь в фургон? Залетай в фургон. Следующий лот забираю. Сорян, дядя, я там у тебя уже ограбил полностью. Ну? А? Подождите. Стой. Дискета, гаечный ключ, кубик Рубик. А нахера я собирал алкоголь, если его здесь вообще не надо? А хот-дог тоже не надо? Подождите, что за бред? Я что, реально настолько тупой?
Бля, это же тупой. Так, кубик Рубика. Вот он в списке есть как раз таки. Сейчас будет проверка на ум. На мой ум. И так вот. Вот, кубик Рубик засчитался. Я тупой, поздравьте меня. Я собирал то, что мне абсолютно не надо было. Дискету ты тут прячешь, дружок? Дай мне дискету. Я дико извиняюсь. Это было не запланировано. Ого, алкашина, здорово. Я твою бутылку раздавил случайно, сорян. Пошел ты нахер. А, это мышки. Нет, это не дискета. А, во, вот это дискета. Это дискета, реально. Оно мне и надо. Так, как там свет-то отключить? А, во. Во, все на улицу, ребята, вы метайтесь. Мне нужно обограбить ваш магазинчик. Вы только не обижайтесь на меня. Может, ты еще ползком пойдешь? Побыстрее давай. Так. Окей. Погнали, погнали. Все, говорю, надо... Во, сейчас закину, сейчас закину. Все, смотрите, трехочковая. Иеть. Бля, я че реально тупой. Капец, что за сила у нашего персонажа? Что, как он швыряет так предметы? Че мне сейчас делать? Это вроде единственная дискета на карте. Че мне делать? Короче, дядя, я сейчас у тебя это забираю, ты меня арестуй, пожалуйста. Да, арестуй меня, сука. Дядя, мне надо перезапустить уровень, я тебе сейчас всю хату разнесу, реально, все мониторы сломаю. Блин, арестуйте меня, пожалуйста. Чё мне делать-то? Что у тебя с силой, что у тебя с броском, реально, что ты делаешь? Тебе надо, блядь, в Олимпийские игры идти по метанию. Так. Дискеты, гаечный ключ, кола, попкорн. Все по старой схеме, как я понимаю, только теперь я не буду тупить так жестко. Сорян за тупники, реально. Это я с собой забираю. Кока-кола праздник нам приносит, да. Итак, засчиталось? Да, засчиталось, все отлично. Теперь попкорнчик. Попкорнчик я уже увидел, мой родной попкорнчик. Сейчас осталось его забрать. Давай, Рама, уходи отсюда. Так, попкорн. Прям, мне уже жалко продавца, у него реально ноги накачаются из-за того, что он ходит туда-сюда, сбитый. Во, гаечный ключ мы знаем где, где дискета тоже знаем. Какой я молодец все-таки, да? Нет. А? Что у тебя с голосом, чувак? Кончать на рабочем месте неприлично. Давай, уходи, мне нужна дискета. И все. Я заберу дискету, уйду, и мы больше не встретимся с тобой никогда, я надеюсь. Я здесь набомбился, у меня уже жопа подгорела конкретненько. Сюда я уже возвращаться не хочу. Сейчас я приношу дискету грузовику, и все заканчивается, да? Да? Да, все заканчивается. 1 минута 12 секунд, 3 звезды. Как могло быть иначе?